Школа номер 5 города Кумертау имеет успешный опыт участия в программе поддержки местных инициатив. Благодаря проекту и инициативности населения в этом году на территории образовательного учреждения появилась современная спортивная площадка. Родители учащихся сумели совместными усилиями победить в конкурсе. Поэтому директор школы Ольга Оспичева поблагодарила всех за участие и инициативность. Для получения наибольших баллов собирали максимальную сумму – 15% от стоимости проекта. Ну, для моего семейного бюджета это вообще, ну, капля, скажем так. Есть семьи, конечно, нуждающиеся, многодетные, но вот моя семья, для нее это было вообще незаметно. Поэтому, да, мы собирали по 300 рублей, поэтому я считаю, что это сумма мизерная для того, чтобы наши дети где-то отдыхали, могли заниматься спортом. Сэкономленные средства решили направить на приобретение ворот для футбольного поля и волейбольной сетки. На будущий год жители микрорайона Восточный решили вновь попытать удачу. Участники программы успели оценить все ее преимущества, да и задачи есть нерешенные. Асфальтирование внутреннего двора, это ремонт санитарно-бытовых помещений в нашем спортивном зале и ремонт актового зала. Конечно, приоритет мы бы хотели отдать ремонту спортивно-бытовых помещений. Это конкретно раздевалки, это душевые, это туалеты в спортивном зале, где не проводился ремонт со дня постройки здания, то есть 30 лет. Директор школы подробно рассказала о всех проблемах, волнующих образовательные учреждения. Асфальтирование внутреннего двора позволит проводить уличные мероприятия. Более современного вида требует и актовый зал. Но участники собрания остановились на последнем проекте – ремонте санитарно-бытовых помещений в спортзале. Я голосовал за ремонт санитарно-бытовых помещений, так как после физической нагрузки надо обязательно помыться ребенку, как бы, ну, сполоснуться в душе, как бы это необходимо. Мы за это голосуем. На собрании определили размер денежных взносов и нефинансовой помощи от населения. Основную сумму выделит республика. 15% от стоимости проекта выделит город. И населением принято решение собрать максимальную сумму, а именно 15% от стоимости проекта. Айгуль Мухаметшина, Роман Бекулов, телекомпания «Арис».